Целью оборотня, банда! Сережа! Сережа, она пьет! Она реально пьет! Посмотрите! Она сейчас меня убьет! Кира, перестань! Все, Торимбра, меня зовут Серджио Назибра. Сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банде. Самый лучший банде на ютубе в виде про предремя супер-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, против еще не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банде. Самый сильный будет на ютубе. И просто если будет со мной видео снимает Настя. Привет! А также Багира. Супрем-банда, я думаю, вы знаете, что это за зелье. Это зелье оборотня, банда, раньше я уже его пил. Эй, банда, я думаю, вы помните, что со мной было. Я просто превратился в волка. Я реально стал оборотнем, вы это слышите, банда? У меня были полностью обросшие руки и лицо. Я был реально весь в волосах. Это было реально стрёмно, потому что я полностью потерял свой разум. Эй, банда, сегодня это зелье снова у меня в руках. И вы не поверите, что мы сегодня с ним сделаем. А банда, знаете что? Перед чем я скажу, что мы с ним сделаем, давайте на это видео наберем 10 лайков. Ведь Супрем-банда, мы самые сильные банды на ютубе. А значит, что правильно, у нас должно быть самое большое количество лайков. Именно поэтому, банда, не допускайся, не жми соцарский лайк. Окей, банда, все же мы продолжаем пить эти зелья из Даркнета. И сегодня это зелье выпьет Настя. Да это просто жесть, Супрем-банда, только вдумайтесь. Если я, будучи мужского пола, просто конкретно изменился и стал совершенно опасным, то Настя будет чуть менее опасной. Но тем не менее, банда, интересно увидеть, какая же Настя будет оборотнем. Именно поэтому, банда, сегодня это зелье пьет Настя. Посмотрим, что этого будет, банда, погнали. Окей, банда, и также посмотрите, сегодня с нами Багира. Думаю, вы помните в одном из прошлых видео, когда мы делали куклу Вуду на говорящий Анжел. Она просто уничтожила Анжелу. И посмотрите, как же она выросла. Окей, банда, она реально стала взрослой. Просто посмотрите, она полностью изменилась с того видео. Господи, я прям в шоке. Окей, Супрем-банда, мы встретились с Багирой, потому что она живет здесь. Именно поэтому я вам ее показал. Просто гляньте, она реально очень уже выросла. Окей, на ваших глазах сейчас откроет это зелье. Просто посмотрите. Господи, оно открывается по-новому, как-то смотрите, какая-то специальная крышечка для этого была. Окей, тем не менее, банда, это реально стрёмное зелье, просто посмотрите на него. Окей, банда, давайте понюхаем его. О, знаешь, оно пахнет как-то необычно, не так, как прошлое зелье. Оно какое-то такое, прям, ну, щупает. О, черт, это реально жестко, банда. Окей, банда, что ж, все же Настя будет его пить. О, черт, а, я стихну. Опщ! Сережа! А, черт! Я реально разлил зелье, банда! Господи! Нет, Багира, уйди! Черт, нужно быстрее эту пиццу при банда! Сережа, она пьет! Она реально пьет! Сережа, что делать? А, черт, Багира, уйди! Господи, фух, нужно все быстро вытереть! Я реально разлил зелье из Даркнета! И его, похоже, выпила моя собака. Багира, иди сюда! А, черт, Настя, она немного выпила! О, господи, что теперь будет? Она реально немного выпила зелье оборотня! Черт, у нас кажется огромные проблемы, и уже тоже нельзя отпускать на улицу! Потому что если она превратится в оборотня, у нас будут огромные проблемы! О, господи, я даже не знаю, что делать, Настя, я просто без понятия. Я не знаю. О, черт, у нас реально огромная проблема. Окей, я не знаю, что делать, но мне кажется, нужно ее посадить на привязь, чтобы она не убежала. А то если она превратится реально в оборотня, у нас будут огромные проблемы. Я реально знаю, банда, просто все выходит из-под контроля. Вы видели, она реально была, это зелье, господи. Тем не менее, мы ждем 15 минут, сейчас мы привяжем Багиру на привязь. И ждем 15 минут и посмотрим, что тогда будет. Возможно, все уже будет намного лучше. Йо, банда, уже прошло 15 минут, просто посмотрите, на часах 3:15. Реально прошло 15 минут, банда, спустя того, как Багира выпала зелье, мы ее сразу же привязали на привязь. Только вот я ее уже не слышала, просто не знаю, что делать реально. Ее не было видно, ее не было слышно, обычно скулила, когда ее привязывали. А тут мы ее вообще не слышали, банда, это очень странно. Окей, я думаю, банда, нужно пойти проверить, что же там она. Только, наверное, пойду с Настей. Эй, Настя, Настя, проснись. Эй, окей, пошли смотреть, что там Багира, уже прошло 15 минут, ты готова? Да, пошли. Как ты думаешь, что там могло случиться? Я подумать не мог, что Багира выпьет это зелье. Это реально стрёмно выглядело, Супрем-банда. Тем не менее, мы сейчас пойдем и проверим, что она там. Потому что мне кажется, что все хорошо не кончится. Мне прям реально плохая чуйка, банда. Багира? О, черт, Супрем-банда. Она вырвалась. Вот, я его привязывал, посмотрите. Окей, банда, она реально, похоже, разгрызла это. Я вот так вот ее привязывал, здесь была ее шея. А сейчас здесь вот так. Она реально разгрызла это и как-то убежала. Окей, банда, скорее нужно пройтись по всему дому, посмотреть, где же Багира. Потому что я ее просто не слышал за эти 15 минут. Никакого рычания, никакого скула. Она реально как будто просто испарилась. Но я очень надеюсь, что она все еще в доме Супрем-банды. О, черт, банда, и все будет хорошо, потому что мне реально ты уже всего не по себе. Черт, посмотрите, что это? Это какой-то волос, видите это? Черт, банда! Просто посмотрите на это! Какой же это огромный локон волос! Мне это уже совсем не нравится! Просто жесть, как будто шерсть! Вам это видно, Супрем-банда, какие они огромные! А черт, Супрем-банда, вы просто посмотрите на это! Это же реально стрёмно выглядит! Окей, мне стрёмно, мне еще никогда так в жизни не было стрёмно, как сейчас! Потому что, блин, моя собака животное выпала зелья! Это же просто все может выйти из-под контроля, когда человек хотя бы немного мыслил, то животное вообще не может понять, что происходит! О, господи, что это за рычание, Супрем-банда, вы это слышите? О, черт! Господи, банда, вы это видите? Черт! О, господи, Багира, это ты! О, черт, Супрем-банда, вы это видели? Там
реально была рука, волосатая рука. Там была лапа банда. Вы видели это? Это серьезная проблема. Это просто собака Багира, она не может контролировать свои мысли. Она может просто-запросто нас заброситься. И нас просто тогда не будет, банда. Я не знаю, что делать, потому что Селя будет действовать до 4 утра. Она как минимум еще 40 минут будет такой, банда. Я не знаю, что делать. Мы не можем выйти на улицу, нам нужно оставаться в этом доме. Потому что она может все здесь попортить. Господи, я реально не знаю, что делать, супербанда. У нас огромные проблемы. Раньше такого никогда не было. Все просто вышло из-под контроля. О, черт! Что это было? Кто-то выключил свет, вы видите, просто темнота, не знали, вы меня видите. Но тем не менее, банда, это не отменяет того факта, что у нас огромные проблемы. Ребята, вот щиток, давайте посмотрим. Вы не поверите, но это не здесь выключили свет. Это, похоже, перегрызли провод, супрембанда. Это Багира перегрызла провод. А что, если она вообще нас хочет убить, банда? Супрембанда Багира в последний раз была в этих дверях, она в последний раз была в ванной. Я не знаю, возможно, это самая тупая идея. Я предлагаю туда заглянуть и посмотреть, ли она все еще там. Да, банда, я знаю, это, возможно, самая тупейшая моя затея. Но у меня просто нет выбора. Я должен как-то с ней поговорить. Возможно, она осталась ручной. Кто его знает, банда, мы все еще ее не видели. Предлагаю сейчас заглянуть в эту дверь, и, возможно, она все еще там. Окей, супрембанда, я реально волнуюсь, черт. Настя, просто прячься за мной, она тебя не набросит, если ты будешь за мной. Я открываю двери. О, господи. Черт. Багира? Багира, это ты? Это, похоже, реально моя собака, черт. Окей, супрембанда, нужно что-то придумать, причем очень срочно. Господи, посмотрите, она просто стоит на меня, смотрит. Эй, Багира. Багира, ко мне! Багира, скорее иди сюда! Багира, черт! О, господи, нет, банда, я к этому не готов! Она просто выбежала, черт! Видели, какая она страшная! Она же просто жесть, какая страшная, ползающая, такая волосатая! Окей, нужно что-то придумать! Она может меня просто запросто убить, банда, разве это похоже на шутки? Нужно найти какой-то корм или же ее любимую игрушку, которую она любит, чтобы как-то ее задобрить, банда! У меня просто нет другого выбора, нужно как-то с ней договориться! Окей, супрембанда, вот Настя принесла какие-то лакомства для собаки! Я все еще ее держу, чтобы она не вышла! У меня даже не рыпается оттуда! Готовься к тому, что она может на тебя побежать! Я буду звать ее как-то призвать лакомство, но все равно готовься. Багира, сиди там и даже не рыпайся. Окей, супрембанда, я открываю дверь. Эй, Багира, я тут. О, господи, черт. Эй, Багира, я здесь, Багира, иди сюда. О, господи, посмотрите на это. Черт. Багира, Багира, вот, я принес твои любимые лакомства. Будешь? Иди сюда, сю-сю-сю, Багира. А, нет, сюда, Багира. Господи, это просто жесть, супрембанда. Вот, Багира, нет, куда ты? Багира, иди сюда. Черт. Багира, иди сюда! Багира, вот, нет, куда ты, Багира? О, черт! О, господи, это просто жесть! Вот лакомство, Багира, иди сюда! Куда ты бежишь, Багира, стой! О, господи, супрембанда, Багира здесь! Она забежала в мою комнату, черт, Настя! Эй, ты как там, Настя? Она просто тебя набежала, ты это видела! Господи, тоже испугался за тебя, это просто жесть. Она так на тебя набежала, господи. Окей, Настя, пойдем посмотрим, что здесь. Она не захотела есть лакомство, получается, она что-то ела, возможно. Смотрите, банда, это же ее волосы. Ее просто выпадают волосы. Настя, ты это видишь? Получается, это шерсть, то, что мы находили в начале, это была ее шерсть. Просто посмотри, какой локон волос с нее выпадает. Багира реально превратилась в оборотня. Она получеловек, полусобака, вы это видите? Это же реально жесть, банда, я просто не знаю, что дальше делать. Она все еще в моей комнате, банда, она где-то там. Окей, супрембанда, у нас появилась одна грандиозная идея. Что если мы попробуем из этого корма выстроить дорожку с той комнаты вот так вот сюда до ванной и попробуем как-то поймать Багиру и посадить ее снова на цепь. Не знаю, это получится, банда, но я очень надеюсь, что все получится. Делаем как-то вот так. Первую уложим где-то сюда, а вторую где-то сюда. Вот так вот, думаю, она это заметит, супрембанда. После чего она подойдет сюда, и мы ее сразу же поймаем. Твоему Стасе, думаю, это будет проще простого, банда. Твоему Стасе поймать Багиру. Что ж, супрембанда, пришло время выполнять наш план. Настя, ты готова? Да, я готова. Это просто жесть, окей. Иди сюда, не стой, там она на тебя набросится. Багира, иди ко мне. Багира, я здесь! Багира! Багира, я здесь! Иди сюда! Багира, все-все-все-все! Господи, банда! Вы это видите? Это же Багира, Настя! Это просто жесть! Господи, посмотрите, она пытается это съесть! Черт, назад, назад, назад! Скорее назад! О, господи, это просто жесть! Ты это видела, Настя? Окей, нужно теперь ее поймать как-то, Настя! Ты куда, Настя? Что ты делаешь? Куда ты идешь? В смысле, ее не видно? Не выходи отсюда! Куда ты пошла? Иди сюда! А! Черт! Нет, Настя! Ой, черт, Багира, перестань! Фу! Фу! Черт, Настя, нет, господи! Что происходит? Я не знаю, что делать, супрембанда! О, черт, супрембанда, вы это видели? Это просто жесть! Багира просто набросилась на Настю! Она постоянно ревновала меня к Насте, теперь она уже на нее набросилась! О, черт, банда, мне просто от этого не по себе, это реально жесть! Вы видели, как Багира набросилась на Настю? Она меня постоянно ревновала к Насте, тут она же просто на нее набросилась! Черт! А вы
Сегодня это уже даже не моя собака. Это просто оборотень банда. Черт, я не знаю, что делать. Я хочу как-то спасти Настю. Я очень надеюсь, что она хотя бы останется жива. Потому что еще одну потерю я просто не переживу. Банда, господи. Это просто жесть, вопри банда. Я не могу, мне реально жаль Настю. Банда, посмотрите, здесь еще какие-то волосы Багиры. Возможно, можно сделать на нее как-то куклу Вуды и спасти Настю. Я просто не знаю, что делать. У меня просто какая-то безысходность. Я очень хочу спасти Настю, чтобы она не умерла, господи. О, господи, банда, нужно реально уже что-то сделать поскорее. Потому что Настя реально в огромной опасности. Вопри банда, я должен помочь Насте. О нет, Багира, это ты! Господи, посмотрите! Она сейчас меня убьет, банда! Почему она не нападает на меня, Суприм Банда? Багира, что-то случилось? О, господи, она такая страшная, банда, вы это видите? О, черт, она что-то принесла, банда? Что такое? О, господи, не подходи! Черт, она что-то дает, Суприм Банда, вы это видите? О, господи, банда, посмотрите! Она мне принесла зелье! О, черт, просто гляньте на ее руки, они такие страшные! Она мне принесла зелье оборотня, чтобы я тоже стал оборотнем! О, господи, я не знаю, что ей сказать, Суприм Банда! Она хочет, чтобы я выпал зелье и стал такой же, как и она. Она что хочет, чтобы мы тогда остались вместе. О, господи, Суприм Банда, какая она страшная. Это просто жесть. Багира, место. Уходи на место, Багира. Господи, действуй, Суприм Банда, это подействовало. Она реально ушла. О, господи, она реально мне дала зелье, банда. Вы это видели? Багира, собака мне только что подошла и дала мне зелье, чтобы я его выпил. Чтобы я тоже стал оборотнем. Это просто жесть, Суприм Банда. Я не хочу пить это зелье, не хочу быть оборотнем. Я хочу спасти Настю. Настю больше никогда не увижу, вы тоже не увидите. О, господи, банда. Настя, тебя слышу. О, черт, Настя. Господи, Настя, что с тобой? Что случилось? О, черт! У тебя огромная рана, это тебя Багира укусила! О, господи, это просто жесть! Где она сейчас, Настя? Ну куда она делась? Где делась Багира? Настя, говори! Меня опустила, и сама куда-то убежала! О, черт, она убежала на улицу! Это просто жесть, она сбежала, Настя, господи! Она тебя реально укусила, это просто жесть, как это жестко выглядит, Настя!